Гибрид из магазина Loud Sound. У нас сегодня долгожданная рубрика «Собираем аудиосистему за и дабы выделиться из всех обзорщиков, которые нас копируют». Мы соберем аудиосистему не за мало денег и не за много денег, а за очень интересную сумму, за 33 330 рубля 33 копейки. Следите, пожалуйста, за другими каналами, например, Alphard Group. Если вдруг появится на их канале видео, собираем аудиосистему за 77 777 рублей. 70. Ладно, не могу не троллить, не тролльнуть Витька с Тёмой. Я троллю по-дружески, надеюсь, вы понимаете. Перейдите к ним на канал, у них была недавно сборка аудиосистемы. За сколько у них была аудиосистема, Денчик? За 30 тысяч? Ты не смотришь канал Alphard Group? Тёма... Сука, я это вырежу. Отличие их аудиосистемы в том, что они работают в компании Alphard, поэтому они не могли использовать такие компоненты, как, например, Audionova, SWAT, Pride, Pioneer. А что он пустой? Где сам Pioneer? Так как нас часто обвиняют в рекламе Alphard, Alphard в нашей сегодняшней подборке не будет. Пару слов о концепции аудиосистемы. Мы решили сегодня собрать такую аудиосистему, которую сможет с легкостью установить человек с минимальными познаниями в автозвуке, в которой вам не понадобятся какие-то дополнительные подиумы, изменения конструкции автомобиля, не требующую глубокой настройки, то есть очень простую аудиосистему в достаточно гуманный бюджет. В бюджет в этот мы решили уложить и шумовиброизоляцию, всю проводку, все компоненты. 2018 год, месяц мая у нас сейчас, у нас уже не одно видео на канале есть по сборкам аудиосистем, но, к сожалению, рынок автозвука меняется, какие-то компоненты исчезают из продажи, какие-то дорожают, дешевеют. Нихуя у нас не дешевеет, да? Если вы смотрите эту сборку в мае, кроме ее актуальности, вы при ее заказе еще можете получить очень хорошие условия. О них я расскажу в конце выпуска. Ну, а давайте начнем, собственно, с головного устройства. S100UI от Pioneer. Мы решили выбрать головное устройство по той причине, что у него две пары межблочных выходов. Магнитола поддерживает флаг, магнитола поддерживает работу с USB, с AUX-ом, поддерживает работу с iPhone'ом и с Android'ом. То есть, ну, абсолютно при всем, магнитола в достаточно скромном бюджете. Как я уже сказал, Alphard'а у нас в сборке сегодня не будет. Будет аватар. Динамики наперед мы выбрали аватар МТУ. Очень хорошо продаваемая серия. Очень хорошо себя зарекомендовали именно эти мидбасы, мидрейнджи, скорее они называются. Но в данной сборке мы их будем использовать со срезом пониже. Люди очень часто путают, что если вот динамик написано среднечастотник, то из него мидбас не вытянешь. Вытянешь, но при достаточно умеренной громкости. То есть мы не собираем сегодня аудиосистему с эстрадным громким звучанием, с таким достаточно умеренным выше среднего. В такой компоновке эти динамики будут играть довольно низко. Порезать их можно на 60 Гц, если достаточно умеренно слушать, на 80, если хочется чуть больше громкости. Ну и останутся у вас они, когда вы эволюционируете в испельщика, а испельщик — это именно, как я недавно сказал, я не испельщик, я эволюционировавший эскьюшник. Вот такая шутка, но призадумался. На самом деле, некоторым людям наскучивает гнаться за качеством, они уходят в громкость, и эти динамики в этом случае пригодятся, вы сможете достаточно много в них влить, если вам будет необходимо. Но при этом, конечно же, вам придется отказаться от частот ниже там 120-150, в зависимости от того, сколько вы будете в них вливать. Это был не Alphard, это был аватар, а это мачете. Alphard'а в нашей сегодняшней подборке не будет. Это именно они, ребята, кто уже успел заметить картинку и название L165T. Это именно те самые коаксиалки, которые раньше назывались Alphard L165T. Мы получили их вот в такой шикарной коробки. Я не думаю, что что-то доработали. Выглядят они достаточно типовой, обычный коаксиальный динамик, двухполосный мидбас, твиттер. Но прикол заключался в чем, когда они вот, они на самом деле были хитом продаж, они продавались там сотнями, тысячами штук. Прикол в чем, они играют очень громко от головного устройства, у них сумасшедшая чуйка, они очень нетребовательны к моще, и если даже в них влить усел, они играют, ну, при этом очень внушительно, но очень большой риск пальнуть твиттер, конечно же, при этом появляется у нас.
Но вот лучше этого динамика тогда не было, да, Денчик, в этот бюджет, чтобы просто подключить к башке, и у вас орало. Около 1500 тогда они стоили, время прошло, они дико подорожали. Теперь они стоят 19 тысяч рублей. Но это шутка, ты-то должен понять. Я шучу, они стоят 1900 рублей и 33 копейки. Почему и 33 копейки, вы спросите? А и 33 копейки мы добавили, чтобы у нас красивые циферки получились сегодня на аватарке. Такой вот кликбейт я себе позволил, наценив дополнительные 33 копейки на этих динамиках. Но не спешите меня ругать, о выгодных условиях при покупке этого или похожего комплекта за 30 плюс тысяч рублей я вам расскажу в конце видео. Их можно установить в заднюю дверь, их можно установить в заднюю полку. В случае с задней дверью вам понадобятся вот такие вот проставочные кольца, впрочем, как и под передние динамики. В случае с полкой вы можете вхуярить их прямо в заднюю полку, в металл. Я так делал в юности, все нормально играло. Вот при продаже автомобиля главное закрыть штатной полкой и не говорить, что вы там устанавливали музыку. Я, конечно же, пошутил. Я всегда рекомендую использовать проставочные кольца. Это как минимум. В идеале у вас должна быть задняя полка сделана из фанеры, и динамики всегда нужно закреплять в максимально неподвижных, плотных поверхностях, желательно из фанеры, МДФ, ТСП. Кольца эти у нас тоже в сборке сегодня есть, все включено, в принципе, эта аудиосистема собиралась под ключ, можете все это заказать и, в принципе, своими руками установить. Что это за пи***ц? Впереди динамики просто среднечастотники, сзади коаксиалки, где же твиттеры? Уже самые грамотные написали наверняка уже в комментариях. И сейчас побегут стирать свой комментарий. Потому что твиттеры у нас в этой аудиосистеме предусмотрены. Новинка от SWAT с неодимовым магнитом. С возможностью достать твиттер из заводской чашки. С возможностью установить в чашку для монтажа на какую-то поверхность типа парприза или стойки. Она также есть в комплекте. Но без конденсаторов заводских. Магнитола у нас сегодня не процесс. Кто не знает, что это обозначает, она будет передавать на эти твиттеры максимальный диапазон частот, то есть и нижние, и средние частоты, которые он не может воспроизводить. Даже используя всю фильтрацию магнитолы, которая есть, там она, скорее всего, 250 Гц, да, твиттеры будут получать слишком низкие для них частоты и выйдут из строя. Таким образом, нам понадобятся еще и конденсаторы. Конденсаторы мы выбрали от компании «Урал». На 3,3 микрофарада, 250 вольт. Я бы брал на 2,2, на самом деле, но эти очень красивые, а у нас их нету, да? Правда, красиво и удобно. Смотрите, в какой коробочке. Вот компания Урал молодцы. Одному богу известно, сколько компания Урал потратила на эту упаковку. И, скорее всего, она дороже конденсаторов. Но очень красиво и сразу пара. И стоит они сколько? 100 рублей, да? 100 рублей за пару. Грубо говоря, у вас подходит к твиттеру плюс и минус. Вы обрезаете плюс, один конец вставляете в конденсатор, другой конец вставляете в конденсатор с другой стороны и припаиваете. Либо, если вам лень, просто прикручиваете. Ну, это... То, что я вижу в группе антиавтозвук, я понимаю, что половина так и будет делать, поэтому ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы заиграло, да, Денчик? И подключаем мы их к головному устройству. К чему же мы подключаем передние мидбасы и задние коаксиальные динамики? Это усилитель AudioNova AA4.80. Как мы понимаем из названия, у него 4 канала по 80 Вт. Причем это честная заявка именно в 4 Ома. Есть заявка у нас в 2 Ома, 4 канала по 115 Вт. И, в принципе, он мог бы называться... Как сейчас модно, давай посчитаем, 460.4, его можно назвать и говорить, что в нем полкиловатта, так и есть, но это если у нас будут динамики двухомные, грубо говоря, либо связка динамиков. У нас динамики в данной сборке 4-омные, и сколько бы ни было написано на этом усилителе в 2 Ома, нам нужно смотреть заявку в 4. Для AELAC 80 Вт это более чем достаточно, поэтому настройку нужно будет проводить очень аккуратно, есть риск вывести из строя твиттеры на них, а вот МТУшкам в принципе такую мощность даже с плохой настройкой они будут переваривать какое-то время, похрипят, повоняют, то есть вы поймете, что что-то не так. А вот AELAC я вам рекомендую настроить либо у специалиста, либо постепенно добавлять мощность, и в момент, когда они сгорят, вы запомните, какая была мощность последняя, почините их и сделайте чуть меньше, как я всегда делал. Вот сейчас некоторые засмеялись, но я на самом деле очень часто проверял, на самом деле так предел динамиков. Альфарда, как я говорил, уже не будет, будет у нас Апокалипс, этот моноблок ААК 7500 за 100569 рублей 30 копеек, я сейчас посмотрел на ценник. Потому что хуй вы сможете запомнить такую цену, потому что почему эту цену поставили на этот моноблок, Денчик? Это у Альфарда надо спрашивать, да?
Это же не Альфард, это Апокалипс. Альфарда в нашей сегодняшней подборке не будет. Этот моноблок мы выбрали для этой аудиосистемы, потому что в Ростове появились очень мощные наркотики. Ладно, я пошутил. На самом деле, пока мы снимали это видео, нам позвонили из компании Dynamic State, которая принадлежит бренду Audionova, и сказали, что у них есть моноблок лучше, чем Апокалипс 7500. Это AA800.1 Audionova моноблок. Сабвуфер мы изначально планировали использовать в аудиосистеме SMD Ascendant Audio 18, но нам сказали, что этого моноблока будет не хватать. Поэтому все-таки еще один компонент от компании Alphard мы добавим. Денчик, мы хотели без Alphard собрать аудиосистему. А почему опять МС мы добавляем? Не Alphard, да? Пошутил ты типа сейчас, а правда, вот если по правде, почему мы МС добавили? Короче, акция 5000 за мачете МС-15 вместе с коробом. И надо было на этом моменте показывать мачете МС-15. Мачете МС-15 за 5000 рублей плюс вот этот короб. Если я вот сейчас показываю, помещается коробка просто такая нарисованная. Я не нашел красивую картинку короба, поэтому покажу вам его вживую. Мачете МС-15 плюс вот этот короб. За 5000 рублей все это вместе вы сейчас можете приобрести в нашем магазине. То, что пугает вас больше всего, это подключение этого всего. На самом деле, боитесь вы, как правило, самого себя, потому что лень это все устанавливать. Люди, как правило, берут, втыкают то, что видят, в то, что видят, быстренько включают, и когда это все заиграло, бросают инсталляцию на этом этапе. Я всегда так делал, если честно. Потом люди попадают в группу антиавтозвук. Вернее, они вначале скидывают своим друзьям, типа, посмотри, я установил сам музыку себе в машину. А вот ваш друг уже верный, конечно же, выкладывает это в группу антиавтозвук. Мне иногда кажется, что в автозвуке меня уже удивить нечем, но я захожу в эту группу, когда мне так кажется, и понимаю, что появилось что-то новенькое. И там ребята способны удивить кого угодно. Обязательно подпишитесь на эту группу и получайте очень веселые инсталляции, как делать не надо. Я решил просто взять в руки все, что нужно для инсталляции. Силовой кабель, два дистрибутора, провод для ремота, два наконечника, два Y-кабеля, межблочник 5-метровый двухканальный и межблочник 5-метровый двухканальный. Давайте по порядку, что для чего нужно. Силовой кабель мы выбрали PV3, PUGV его еще называют. Очень дубовая изоляция, очень хреновый в монтаже, не луженая медь, возможно окисление, что в принципе ни к чему, кроме визуального нарушения эстетики, не приводит. Однако очень недорогой и очень хорошо проводит ток. Вот, собственно, что, почему люди и выбирают, как правило, в непрофессиональных, в обычных любительских инсталляциях именно такой кабель. Минимально вам нужно 6 метров. Это до дистрибутора, плюс раскинуть плюс с дистрибутора на 2 усилителя. И минус от двух усилителей мы заводим в дистрибутор также и ведем к какой-нибудь хорошей обязательно массе в багажник. Бюджетное решение, я рекомендую всегда тащить и плюс, и минус от аккумулятора в багажник. В данном случае у нас потребуется в два раза больше кабеля. Однако, если очень сильного потребителя питания у вас нет и хорошая масса со штатного аккумулятора на кузов, ее также обязательно проверьте. Возьмите кабель, который у вас идет с вашего штатного аккумулятора, штатный кабель. Снимите его, зачистите снизу, зачистите посадочное место, хорошенько затяните, очень хорошо. Можно даже чем-нибудь обработать, да, чтобы это не корродировало впоследствии. Сейчас мне начнут в комментариях писать, да, Саша, ты сам предохранителями не пользуешься, всегда клал на безопасность. На безопасность, я признаюсь, я клал, но я никогда не клал на само питание. И как бы я похабно не относился к аудиосистеме, я всегда делал с запасом и плюс, и минус. То есть просадка по проводам — это ни хрена хорошего. Вы должны быть уверены, что усилители у вас потребляют ровно столько, сколько им нужно. Вот этот маленький желтый проводок, он нужен для того, чтобы включить усилители, потому что всегда они у вас включенными не могут находиться. Вам их нужно включать только когда вы запустили магнитолу. На магнитоле есть синий провод на выходе, он называется REM. Когда вы включаете магнитолу, на синем проводе появляется плюс. Вы к синему проводу подключаете вот этот провод желтый, да, эстетически плохо. Лучше его тоже синим выбирать. У нас есть синий, если вы закажете ремонт и укажете, что вам нужен именно синий, пришлем вам именно синий. И этот провод вы вставляете в оба усилителя, там, где написано REM. Таким образом, усилители будут работать только когда включена магнитола. Так, вот эти штучки, я не знаю, надо говорить для чего, да? Наконечники на кабель питающий. Был у нас обзор, есть два варианта их обжима. Можно очень сильно уебать молотком. Либо при заказе у нас в магазине, при консультации, вы можете в комментариях указать, что вам
на кабеле нужны наконечники уже обжатые. Мы делаем это гидравлическим прессом. Либо вы можете этого не заказывать и... Очень сильно уебать молотком. Это альтернатива. Я на самом деле сейчас так считаю. Если вы можете сделать это качественно, то можно и... Очень сильно уебать молотком. Два 5-метровых межблочных кабеля. Тут все просто. На магнитоле у нас 4 рца выхода, 2 пары. Первое это у нас будет управление сабвуфера. 2 коннектора с одной стороны в магнитолу, 2 коннектора с другой стороны в входные RCA клеммы на усилители. В случае с 4-канальником у нас чуть сложнее, потому что у нас к нему подходят всего лишь 2 конца, а нам нужно запитать 4 канала. Для этого нам понадобится 2 Y кабеля. Вот компания FSD Audio предлагает вот такую сразу упаковку с 2 коннекторами. Молодцы, догадались. Таким образом, мы сможем с магнитолы регулировать отдельно сабвуфер и отдельно перед и зад. Твиттеры же у нас в данной аудиосистеме регулируются с магнитолы. Акустический кабель, который прокладывается от выходных клемм усилителей до динамиков, мы выбрали Pride 2x0.75 с очень хорошей изоляцией, очень качественная медь. Посчитали мы его 16 метров по 5 в передней двери и по 3 в задней. И комментаторы умные уже побежали опять писать, что на пищалки, про пищалки мы забыли. Однако мы про них не забыли. Я пищу, мы про них забыли. Но мы подумали, а как выйти из ситуации? Добавлять их в накладную получится, не получится красивое число 33. Поэтому мы раздербанили АЛ-ки, потому что я сказал, по-моему, в АЛ-ках в комплекте шли провода. И мы даже их размотали и померили. 3 метра проводов. Мы еще вместе с АЛ-ками получаем 2 по 3 метра. То есть у нас хватает с головой на твиттеры и остается еще и запас. И в принципе это вся аудиосистема и опять же умные комментаторы. Спасибо вам, кстати, я немножко в этом видео троллю вот этих умных комментаторов. Но это именно то, что я сам бы сейчас побежал в комментарии писать. Саша, ты же забыл про колбу. Самое важное звено аудиосистемы — предохранитель. Если что-то пойдет не так, все это взорвется, пи***ц автомобилю. Нет, мы не забыли про колбу. Колбами нас теперь начала баловать компания AudioNova и Dynamic State. Про новейший усилитель Dynamic State вы узнаете в следующем выпуске громких новостей. Там действительно такой чудо-усилитель. Порадовал некоторыми вещами, которые раньше, в принципе, или использовались не повсеместно, или были за дополнительную плату. Ну, то есть, посмотрите все в выпуске громких новостей. А сейчас я вам покажу, если вы вдруг не верите. Моноблок AudioNova. Красивый, нарядный, а при нашей подсветке еще и за такую рекламу деньги надо брать, да, Дим? Андрей, зашли нам 1300. Регулятор басов, все как обычно. И вот, собственно, колба сразу с предохранителем, пожалуйста. Компания AudioNova и удружила, то есть она нам позволила сэкономить на главном предохранителе в системе. И вместе с тем поставила нам достаточно маленький номинал сюда, 80 ампер под наш кабель. Это, можно сказать, маловато, это где-то до киловатта мы можем потреблять. Скорее всего, этот предохранитель у вас сгорит, но это ничего страшного. Страшно, когда предохранитель не горит, 35 рублей. Закажите еще один номиналом побольше. И если вы переживаете за вашу аудиосистему, ставьте поменьше, сгорел, поставьте побольше. Спасибо компании AudioNova и рекомендация, делайте предохранители большим номиналом или кладите запасной второй, что будет самым разумным решением. Шумо-виброизоляцию мы также включили в эту сборку. Loud Sound, виброизоляция. Хорошо, да, на Денчик продается? Если бы она хуево продавалась, я бы не сказал об этом честно. Но действительно хорошо продается вибра. Ее вы можете приобрести в наших фирменных магазинах Loud Sound Пенза, Loud Sound Казань, Loud Sound Ростов и в любых других, которые у нас догадались закупать эту шубу. Что ты хочешь? Питер. Питер у нас скоро открывается, Питер, Денчик подсказывает. Но это шутка была, ее можно купить везде. Виброизоляция Loud Sound мы посчитали 10 листов, ну, одну упаковку. А вот шумоизоляцию мы взяли шумов, практик, А15, да, практик? Флекс, практик, флекса, 15 шумов, много букв и слов в названии. Посчитали 4 листа, но листы такие у нас огромные. Это шумоизоляция, очень хорошая шумоизоляция. В двери, если 4 листа вот таких положить в салон, в идеале, конечно, надо закрывать весь салон с арками, с потолком, с багажником. Но это будет вот тот минимальный набор, который избавит вас немного от звуков с улицы. Шумоизоляция влияет в равной степени как на комфорт от езды на автомобиле, так и на качество звучания вашей аудиосистемы. Выгодные условия, про которые я вам говорил в самом начале. Весь июнь
кроме остальных акций, у нас будет действовать акция на покупку полного комплекта для установки аудиосистемы в ваш автомобиль. При заказе этого комплекта вы будете получать вот такого офигенного басика. С оленями не обещаю, их осталось всего два. Вот первые, кто закажет, получат с оленями. Есть еще с мышками, ну другие басики. В любом случае они с фирменной шапкой с логотипом Loud Sound. Эти шапки вы больше нигде не купите. И кружку. Денчик сказал. Денчик, покажи Денчика. Он въебывает, как всегда. Можете Денчику сказать спасибо, это он придумал. Ну, не с такой росписью, потому что эта роспись здесь, знаете, почему стоит? Я как не пытался свою куда-то спрятать, не получается, пришлось расписаться. Но если надо, просите, да, мы можем расписаться. Короче, при заказе указывайте, если вам нужна моя роспись, я заеду, распишусь на этом заказе. Если вы хотите купить неполную аудиосистему, да, вот вы хотите все это купить, например, кабель вам не нужен, он у вас есть уже, или динамики, а при заказе уточняйте, это vk.com/loud2012, это ВКонтакте у нас консультации есть. Перед заказом можете написать туда, например, я хочу заказать аудиосистему за 30 с лишним тысяч, но мне не нужен там магнитофон, у меня он уже есть, или кабель, или что-то еще. Не злоупотребляйте этой акцией, там типа динамики заказать за 35 тысяч и подогнать это под аудиосистему. А мы хотим именно грамотно подобранную аудиосистему продать как можно большему количеству людей. Почему? Я думаю, это сейчас вам расскажет Басик, а я с вами прощаюсь, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, если это действительно интересная и нужная рубрика, чтобы мы снимали ее еще, пишите, на какую сумму еще снять, потому что у нас вот мы снимаем в основном недорогие в последнее время, они самые востребованные, но может быть вам хотелось бы увидеть аудиосистему за, не знаю, за 500 тысяч, сможем собрать за 500 тысяч? Hyper PC могут, а мы что, не можем собрать на 500 тысяч? Вообще запросто. Пишите. Следующая аудиосистема, если вы достаточно лайков в комментариях поставите, будет очонг вам жопой. На 500 тысяч. Передаю слово Басику, всем пока, живите громко. Привет! Короче, расскажу я вам историю про человека, который решил сэкономить и заказал музыку в каком-то сетевом супермаркете электроники. Не будем говорить, каком. Типа там ДНС, Юмор. Эльдорадо, Видеометра, не будем, короче, говорить, как он решил заказать аудиосистему. Что же случилось, спросите вы? Его обули нахуй! Почему? Сука. Извините за мат, больше не буду. Почему, спросите вы, его обули нахуй? Его обули нахуй, потому что им похуй! Его плохо проконсультировали. Ему продали плохо подобранные компоненты. И когда все это говно у него не заиграло, или сгорело, или и то, и другое, оно сначала загорело, а потом не заиграло, или сначала не заиграло, а потом... Неважно! Его послали нахуй! Почему? Потому что... Опять матерюсь, да? Потому что им похуй! Не хочу делать никому антирекламу, поэтому сетевые супермаркеты мы называть не будем. Саша, не забудь вырезать то, что я до этого говорил. Юмор, там, ДНС, Эльдорадо, видео, все вот это. В суд подадут, пи***ц, что будет. Идите в суд, подавайте на плюшевую игрушку, дал пи***. Это по-любому вырезать. Слышь, а до кого они, правда, в суд подают? Скажут, плюшевая игрушка, а? Также хочется обратиться к нытикам, которые пи***ят, что Вова Путин плохой президент. Нормальный президент Вова Путин. Также хочется обратиться к Вове Путину. Вова, ты заебал цены на бензин поднимать? Сейчас чувствую, сразу двое прилетит извещение. От Эльдорадо, Юмор, ТДД. Саша, ты вырежь, пожалуйста, потом это. И от ФСБ. Ну я что сказал, что Вова плохой? Нет, я же сказал, что Вова хороший. Ну он заебал поднимать цены на бензин. Ставьте лайки, подписывайтесь, сами знаете, что вам делать. Пишите, хотите ли вы еще выпуски про Басика. Если честно, я прекрасно знаю, что вы хотите, но что-то вот Саша взрослеет. Или наркотики в Ростове закончились, но он больше не хочет разговаривать с плюшевыми игрушками. Все, всем пока, живите громко. Всем привет из магазина Loud Sound. Любите вы такие обзорчики, но редко я их балую. Их вахает вас, сука, начинается. А, динамики. Мы выбрали аватар. А потом будет говорить, разъебанный товар приходит. Это не на транспорт. Там нету магнитофона, Денчи. Я поэтому его и швырнул, видишь? Они и так будут бегать. Останавливай.
Нахер на ней ездить? Ее надо купить, вот так открыть, включить и просто стоять и смотреть внутрь.